сорт острого перца халапеньо нумекс, тыквенная специя. Этот перчик относится к виду капсикуманум. Сорт был создан при скрещивании сладкого перца пимагре и халапеньо гарли. Это вот такие вот перчики оранжевого цвета. Созревают они вот от такого вот зеленого цвета и до темно-оранжевого цвета. Такие вот красивые плоды. Плоды довольно крупные. С одного кустика можно снять от 25 до 50 плодов. Срок созревания этого перца 75-90 дней. Высота куста может колебаться от 50 до 70 сантиметров. У меня кустик где-то в пределах сантиметров, наверное, 25-30. Острота этого перца от 15 до 20 тысяч скобелей. Этот сорт халапеньо довольно острый по сравнению с остальными. Остальные там от 5 до 10 тысяч скобелей. У этого 15-20 тысяч скобелей. Эти кустики довольно компактные, низкорослые и очень-очень высокоурожайные. Срок созревания этого перца 75-90 дней. Плоды здесь толстостенные, очень сочные, мясистые, с фруктовым ароматом. Очень плодовитый сорт, очень неприхотливый. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. На подоконнике кустики будут довольно невысокие, в пределах там, 30 сантиметров. И он дает хороший урожай. Плоды, я уже говорил, можно употреблять в пищу как в зеленом виде, вот в таком, так и в оранжевом. Я с такого перца всегда готовлю соус оранжевого цвета. С зеленых плодов можно приготовить соус. Соус будет зеленого цвета. У оранжевых плодов более насыщенный, сладковатый вкус. Сорт устойчив к множеству заболеваний перца. Он неприхотлив в выращивании, не требует много ухода и очень высокоурожайный. Так что этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах, так и у себя на подоконнике. Попробуйте вырастить такой сорт у себя дома, и он вам обязательно понравится.